В этом году дирекция благоустройства высадит на городские клумбы более 400 тысяч цветов. Первыми высадили бархатцы – герань, бегонию и фистуку. Работы по высадке цветов продолжатся. В сквере имени Маргелова появятся бархатцы. На площади Победы будет высажена пятиконечная звезда из красной герани и бархатцы, которые создадут композицию ленты со звездой. Все цветы выращены в собственном питомнике дирекции благоустройства в Рыбновском районе. Впрочем, одной лишь высадкой растений работа специалистов ДБГ не ограничится. За цветами будут ухаживать практически ежедневно. Поливать, удобрять и пропалывать. Цветы все однолетние. Из многолетних будут высажены розы в качестве подсадки на место пропавших возле Дворца торжеств. Цветы на клумбы высаживают те, которые росли в теплицах дирекции благоустройства города, то есть это уже готовая рассада. Всего в городе будет высажено около 400 тысяч цветов. Работы по высадке цветов продолжатся после майских праздников. Облагородили и Сережину гору. На клумбе у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной, высадили бархатцы. Эти же цветы украсят и районы. Они расцветут у памятников участникам войны. В поселках Борки, Никулич, Недостоево и Керамзавод. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».